Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем несколько вариантов мрамора. И первый вариант мы сделаем на черной подложке. Наношу черный гель-лак и на просушку. И подготовлю сразу же второй типс для варианта на голубом фоне. Так, первый у нас будет на черном фоне. Я возьму золотые хлопья и на липкий слой немножко добавлю золото. Можно совсем чуть-чуть, можно побольше, как вам нравится. И возьму красную фольгу. Пробью немножко по цвету. Получится у нас такой уже, в принципе, красивый дизайн, но я добавлю еще прожилки стемпингом. Перед тем, как приступить к стемпингу, мы должны перекрыть фольгу топом с липким слоем. Для того, чтобы носка была дизайна хорошая. Перекрыли. Ставим на просушку. И пока сохнет черный типс, возьмем. Сделаем второй вариант дизайна. Буду использовать серебристые хлопья. И использовать буду белый кракелюр для того, чтобы хорошо красиво все у вас отпечаталось. Нужно очень хорошенечко прижать и резким движением снять. Такая вот у нас уже получается подложка. Ее тоже нужно перекрыть топом с липким слоем. И в лампу. Теперь сделаем стемпинг. Пластина Николь 076. Красочки у меня актуэльские. Наносим на пластину. Убираем остатки краски. И перекатом делаем отпечаток. У нас получается вот такой вот один из многих вариантов дизайна. Дальше нам нужно перекрыть топом весь дизайн. Можно с липким слоем, можно без липкого. Каким вы привыкли работать. Убираем остатки краски, выбираем другую картинку. В этот раз я сделаю черной краской для стемпинга, опять-таки актуэльская, но уже делаем на голубой подложке. Перекатили, и вот наш интересный вариант. Цвета подложек может быть
очень много. Блестки, фольга, все, что у вас завалялось в закромах, все подойдет для таких интересных вариантов дизайна. В принципе, увидите, что даже без стемпинга дизайн уже смотрится по-своему интересно. Перекрыли, поставили на просушку. Вот покажу немножко поближе уже просушенный вариант дизайна. Тут красная фольга и серебристые хлопья. Здесь красная фольга, белый кракелюр и стемпинг сделан серебром. В этих вариантах голубая фольга, белый кракелюр, черный стемпинг. А здесь золотые хлопья, белый кракелюр и черный стемпинг. И последнее, что мы с вами только что сделали, было с серебряными хлопьями. Вот такие вот разные интересные варианты у нас получаются.